Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Golden Animatronic, и сегодня буду проходить карту Green, часть 2. Так, не используйте команду геймод 0, то есть надо... Вот, тут геймод 1, то есть надо... Ну, вот так вот сделать. Ой. Да. Все. Правило. Использовать изначальные настройки сзади тебя. Так, в конце соедини карту по цестному. В конце взорвать карту. Привет, голый ролик. Создатели Пикадил, Верти Кью. Ну, извини, я тут неправильно прочитал. Прости за то, что я неправильно твой ник прочитал. И Грин Фокси Эска. Так, всего на карте 6 испытаний. И все очень большие. Всегда везде есть возможность читать правила. Хорошо, так. Keep inventory. Так, все вот. Опять же красивый спавн такой вот. Тут лава позади. Так, вот они все эти испытания. Так. Паркур. Так. Вау, какой паркур. Го-го-го, все. И этот паркур затянется до долго. Знаешь, что я еще не могу монтаже ускорять время? Это печалька просто. Все. Все. Я не хочу заново проходить. Оп. Ой, блин. Оп. Это будет такой вот быстрый спавнпоинт, потому что... Оп. Так. Стой, оп. Блин, ну почему я тогда килл себе прописал? Ой, блин. Давай. Как я это сделал? Как я так сделал-то, что... Все, тихо, не килл. Все, спавнпоинт. Оп. Спавнпоинт. Сюда. Вот это больше, а здесь вот так вот сложно. Я же говорил, это сложно. Только хорошо, заспавнся. Я понял, я все. Оп, все. Что же? Все. Оп. Так, мышка, только провод не мешай. У меня теперь проводная мышка. Ой. Так, тихо. Почему я всегда задом справлюсь? Сложно. Как бы это я проходил? Без. Ну, вы поняли. Так. Без спавнпоинтов. Так, лабиринт. Я заспавнился в листве что-то. Ладно, погнали. Ви. Я нашел? Нет, я не нашел. Да, ой. Я представляю, что это я не вижу. Карта сделана в пустыне, чтобы тут дождик, наверное, не шел. Сейчас я уже вижу дождь. А давайте вот это вот так вот сделаем.
чтобы сияющую погоду пойти. Скелетики всякие спаунятся. Показалось, что это свидозомби. Ах, нет. Я иду по левой стенке. На всякий случай. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Нашел? Да, я нашел. Тут замаскирована она была. Лабиринт. Вверх из дома, что? Это из гробницы. Легче. Это так надо было. Так. Такая уже приключенческое задание. И вот это я люблю приключенческое. Так, тут что? Иди сюда. Тут по-любому какие-то кнопки еще вот здесь. Ага, тут еще есть фрагменты паркура. Ну вот выбор. Все. А, вот здесь мы так спасать выберем, все жалко. Здесь пройдем. О. Вот так, вот здесь вот. Так, все, мы сюда поделись. Вы издеваетесь, надо здесь приехать. Нет! Фу, я сейчас... если бы я сейчас упал, я вообще что бы тебе делал? Гробницу за... заброшенная гробница. Надо кушать. Оп! Блин! Хорошая карта. Все. Теперь главное здесь не протупить. Беги! Фу, все. Оп. Я уже думал, все. Ну вот. Би. Мы выбрались. Во-первых, из дома хорошая. Так, я что-то не поняла. Так, следующая по катушке. Ура, я люблю по такой катушке. Появились сразу все вагонетки на всякий случай. Самое сложное испытание, которое я видел. Раньше очень придумали такие рельсы, которые как бы за задержкой работают. А то вот такие вот как-то добили секунду, только и все. Воу-воу-воу! А-а-а! Оу. Воу. Жать. Так. Жизнь, что здесь надо делать? Здесь мне что, выживать надо, что ли? Сейчас посмотрим. Будет обсидиан. Да, мне здесь надо выживать. Геймбот. Геймбот 0.
Ладно, здесь надо будет выживать. Ой, давно я, конечно, не выживал. Ну, ладно. Ой, когда, как долго будет карта, наверное, запиливаться? Надо будет встать где-то пораньше, где-то примерно в 5. И начать... Так. Что нам нужно? Нам нужны палки. Потом нужна кирка. Добудем 3 этих. Так, подождите, я пока посажу сажень из дуба. Теперь вот эти вот. Ну, там тут сейчас еще выпадет. Так, думаю, там еще тут не выпадет. А нет, выпал, смотрите. Предпоследний выпал. Садим кактус, мы уберем и пойдем в шахту. К счастью, тут нам не надо добывать еду, потому что у нас еда уже есть. Так, соберем 2 угля, даже 3, о, даже больше угля. Идти. Так, вот соберем еще немного камня. И добудем железо. Как раз 3 есть. О. Еще тут больше есть. И где-нибудь надо тут поискать. Так, давайте здесь откопаем, вдруг здесь будет. Так, здесь нет. То есть надо тут копать? Ой, думаю... Думаю, мы долго будем искать. Ой, тут я еще темно сделал, а не... А нет, фапикел выпал. Тихо, что сейчас бомбы будут свалиться, тихо. Так, ладно. Теперь живем. Пока что мы сделаем? А пока что мы ничего не сможем сделать, только нужна кирка. Без топора мы и так справимся пока что. Так, ладно, нужен, мне кажется. Я знаю, что мне нужно. Ить. Три палки это, во-первых. Во-вторых, мне нужна лопата. В-третьих, я придется очень ее намного потратить, потому что сейчас я буду копать. Я уже прокопал одну полосу. Итак, опять я уже экипирован, чтобы копать дальше. Вы думаете, зачем я копаю наверху? Ведь наверху алмазы не копаются. Да потому что, чтобы не выходить за вот эти вот, ну, за поля. А то вдруг выйду. Буду копать, и потом прокопаюсь на самом верхе, и непонятно где откажусь. И вот я уже копаю железной киркой. Железной лопатой, извиняюсь. Лопата уже не выдерживалась, и мне все еще оставалось 3 слоя. Даже железные лопаты кажутся такими мощными, но на самом деле они даже не выдерживают обычного песка. И вот, сейчас я откопаю последний песок. И все, придется копать рукой. Уже сколько стаков песка, и теперь раскрафчу из булыжника кирку. Уже одна лесенка срублена. У меня сломалась лопата. Я решил сделать 2 железных кирки. Опять лопат. Извиняюсь, я хотел сказать лопаты. Много-много дней спустя я наконец-то дорыл до песчаника. И мне уже не хватает ресурсов, так что я не знаю, что сделаю с этими ресурсами, не знаю. Нужно уже один день ночь прошла. И вот тот момент, когда у меня начало бомбить.
Мне осталось два слоя до вот этой вот подземки, что ли. И вот когда у меня остался уже один камень. Итак, вот уже я докопал до нашего до нашего убежища. Две кирки уже почти сломаны. И сейчас мне надо прокопать вот этот тут. What? What hell is going on? Ну где могут быть алмазы? Где они могут сейчас быть, а? А? Почему еще дерево не растает? Где эти алмазы? Все, короче, меня бомбит, я пошел рушить железной киркой. Так, где у меня там? Вот он, песчаник. Ага, вот. А если тут правда нету алмазов, и я просто так все тут рушил, тогда я не знаю. Ой, как долго мне придется рушить. Все! Нажимаю. Последний, да, это последний. Ну ладно, я все это соберу. Оценка карты. Что тут? Семь из десяти. Если бы я поменьше искал, я бы поставил 9 из 10. Хотя даже 10. А давайте потыкаем. Спасибо. 6 из. Что? Семерку. Господи. Хотя могу подождать, пока у меня остынет пукан. Я поставлю 10. Ладно, подождем, пока у меня остынет пукан.
Ох, 10 из 10, нет, 10 из 10. Фух, все, остыл пука наконец-то. Теперь можно. Можно ТНТ вот так вот сделать. Вот так вот. Так вот. Так вот. И полететь в космос. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось это видео. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч, удачи и пока.